Надо понимать, что то есть вы съели определенное количество жира, то есть либо вы в обед, в ужин что-то ограничили, либо вы пошли две остановки пешком прошли, а не одну, как обычно. То, что поможет прийти в себя или не усугублять ситуацию – баланс. Первая медицинская заповедь «Не навреди» транслируется на самого пациента. Как правило, в кабинете диетолога оказываются те, кто изрядно постарался доставить своему организму дискомфорт, например, изнуряющими диетами. Шаг влево, шаг вправо и расстрел, точнее, очередное обострение. Диета назначается по сугубо медицинским показаниям, уверены эксперты, и это индивидуально. Прежде чем врач назначит подходящий рацион питания, пациент должен пройти обследование, сдать анализы. Важно также рассчитать индекс массы тела, это соотношение показателей веса и роста человека. В норме он у женщин от 20 до 22, а у мужчин от 23 до 25. Превышение показателей говорит о проблемах с лишним весом. Тем, кто не преодолевает нижний порог, также стоит побеспокоиться и обратиться к специалисту, ведь у них дефицит веса. А вот цифрам на весах доверять не стоит. Они показывают общий вес, который может увеличиться не от количества жира в организме, а, к примеру, из-за роста мышечной массы. Но статистика такова, что избыточная масса тела и ожирение растет во всем мире, в том числе в России, в Самарской области. Конечно же, культура здорового питания, она приходит сейчас населению, то есть, ну, мы стараемся вообще во многих средствах массовой информации говорить о правильном питании, о сбалансированном питании. Мне кажется, что сейчас больше людей стало интересоваться своим здоровьем, своим питанием, как лучше, и не только своим, но и, конечно же, своей семьи, своих детей. 10 марта ежегодно диетологи по всему миру принимают поздравления со своим профессиональным праздником. Сегодня их профессия считается одной из самых востребованных в мире. Врачи-диетологи на основании персональных данных пациентов, учитывая их образ жизни, состояние здоровья, привычки, наследственные факторы, составляют индивидуальные программы питания, помогают начать здоровый образ жизни и впоследствии получить тело мечты. Мария Левина, Николай Сидоров. События.